Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Сегодня я хочу вам показать посылочку, которая пришла ко мне из Израиля от моей рукодельной подруги. Я хочу, чтобы вы оценили масштабы. Здесь были еще кое-какие вещи, которые мы вытащили. На самом деле эта посылка пришла давно, но я вам еще ее не показывала. Мы уже смотрели с Алинкой и сложили. В общем, лежит все не так, как лежало в первозданном виде, но это не так важно. В общем, я вам хочу показать, какие рукодельные подарки Оля нам прислала. В общем, мы с Алинкой решили вытаскивать сюда все на кровать по очереди. Будем вам показывать. Алинка будет мне помогать. Ричард, как всегда, будет тут скакать вокруг. В общем, первый подарок — это вот такой замечательный набор. Девочки, посмотрите, и мальчики. Я так давно хотела этот набор от Черивны мыть по мотивам картины Бугро «Невинность». Очень нравится мне этот набор. Здесь огромный размер. Сейчас я вам точно не скажу уже, какой размер. Я, наверное, отдельно, когда начну вышивать его, буду делать обзор и все подробности расскажу. Планирую начать вышивать этот набор в 2019 году. Как раз к Новому году закончу процесс, который у меня есть на станке своего снежного барса. И на станочек натяну эту работу. Работа, потому что большая, полная зашивка. Я думаю, удобнее ее будет вышивать на станке. Обалденная картина. Оль, большое спасибо за такой шикарный подарок. Бисерные. Оля прислала нам с Алинкой вот такие заготовки от фирмы «Орхидея». Они уже укомплектованные чешским бисером. Это Оля уже так укомплектовала. Отдельно она заказывала основы и отдельно заказывала бисер. Я, наверное, в следующем видео сделаю распаковку, потому что видео будет очень длинное. Я, наверное, отдельно посвящу видео, назову его «Фирма Орхидея» и покажу вам, какие шикарные здесь заготовки и какие картины. Это не все. Она не только мне прислала, она еще и прислала Алинке вот таких наборов. Вот таких вот укомплектованных наборов здесь 4. Два Алинкиных и два моих. Представляете, сколько мне работы предстоит. Сейчас подряд будем вытаскивать. Посмотрите потом следующий. Давай, Алин, покажи нам, что находится в этом пакетике. Снимаю без штатива. Сломался штатив. Нога у штатива. Одна из ног сломалась. В общем, теперь с рук снимаю. Обалдеть, смотрите. Это фарточки. Алинка, представляешь, это фар. Ого, они уже бисером укомплектованы. Вот это Оля дает. Она и эти тоже заготовки. На бутылку? А? На бутылку? Эти... Да, я думала, это просто заготовки. Это на праздничные бутылки. Бутылки с шампанским. Будем надевать вот такие вот красивые фарточки. С Новым годом. Давай посмотрим. Так, с днем рождения. С Новым годом. С любовью. Поздравляю. Ничего себе, сколько у меня работы будет. Сколько вышивать. С Рождеством. Тут что-то много. Ничего себе, поздравляю. Будь мо. Будь мо? Да, будь моя, наверное. Ну, ничего, это, наверное, себе! На украинском, наверное, да. Может, это на украинском языке. Вот. Представляете, девчонки, мальчишки, сколько у меня работы. Оля, мне бы парочку было достаточно. Наверное, ты скупила все, какие есть. Вот сразу видно. Это моя натура, когда я не могу выбрать, когда мне хочется купить все и сразу. Оля в этом плане тоже такая же. Ну, обалдеть, Оль, большое спасибо. В общем, на все случаи жизни заготовки. Алинка, ты тоже у меня, наверное, что-нибудь заберешь, да? С Рождеством. С Рождеством? Ты уже присмотрела? Это запасы канвы.
Разный размер, что ли? Разный каунт, да, здесь и мелкая, и крупная, и белая, и кремовая, молочного цвета, то есть кремовая, молочная. Вот столько вот канвы. Ничего себе. Вот это запасы, вот это у меня теперь запасы. Тоже канва. Еще канва. Мелкая. Да, это мелкий каунт, еще канва. Тоже такой увесистый кусок. Ого, что-то тяжелое. А сколько это там бисера? А вот Алина. Да, это тебе. Помнишь, тетя Оля спрашивала? Дельфин. Да. Это твое. Представляешь, сколько будет весить работа? Да, реально? Да, ну, это... Причем много килограмм и 2-3 точно. Да, какие 2-3? Там все 5. Ну, надо было взвесить. Смотри, какие мешки бисера огроменные. Фирма Орхидея. Ну, в общем, будем вам показывать в отдельном видео эти полотна от фирмы Орхидея. Талинка, это ты будешь вышивать, представляешь? Так, а здесь какие-то штучки интересные, мелкие. Давайте будем смотреть. Ну, Ричард, совесть имей. Давай, Алинка, вытаскивай. Так, а это какая-то интересная иголочка. Это я совсем не представляю, что это такое может быть. Какие будут ваши предположения? Все написано по-английски. Я, конечно же, спрошу у Оли, и она напишет, что это такое. А какие будут ваши предположения, что это? Интересно, интересно. Нить для бисера, светящаяся в темноте. Нить для бисера, светящаяся в темноте. Это для того, чтобы вышивать, да. Какая она, неоновая, что ли? Бисер, а? Неоновая, зеленая. Она будет чуть-чуть подсвечивать. Если вот на морском дне что-то вышить вот этой вот нитью, может быть, она кое-где будет просвечивать и будет подсвечиваться. Интересно. Так, а эти, наверное, ниточки титан. Угу. Да. А, это, наверное, ниточки титан. Потому что Оля мне говорила, что пришлет мне нитки титан. Ими очень удобно вышивать бисером. И вот такие бисерные иглы классные. В общем, Оля все предусмотрела, чтобы и нитки, и иглы все у нас были. Чтобы мы могли начинать эти полотна. А вот тоже нитки. Так. Очень похожи на ирис. Но они тоньше, чем ирис. Так, в общем, тоже какие-то ниточки. Может быть, тоже для бисера. Катон. Катон. Тоже нужно будет уточнить. Это тоже для бисера. Так, это тоже какие-то интересные нитки. Нитки Мадейра. Это металлизированные ниточки черные. А вот черных у меня нету. У меня есть металлизированные ниточки цветные и белые есть, а вот черных у меня нет. Кстати, я не покупала металлизированные нитки. У меня все нитки, какие есть, это подарки от моих рукодельных подруг. Спасибо, Оль, большое. Так, что еще там, Алина? Что-то очень тяжелое. Еще 5 килограмм. Еще 5 килограмм. Кстати, это, по-моему, тоже твое полотно. Там, по-моему, лошади на этом полотне. Да. Да? Оля сказала Алине, выбери, что ты хочешь. Дельфинов или лошадей. Алина сказала дельфинов. Но Оля прислала и то, и другое. Помнишь, да, Алина, ты выбирала? Картинки. Вот так вот. Ну, в общем, будем смотреть дальше распаковку этих полотен. Так, а дальше это у нас... женская. Это женская, но это две упаковки огромные. Это две огромные упаковки. Да? А Ричард, смотри, он носом думает, пищать. Да, пищать сейчас будет. Не пищит, да? Проверяет, каждую упаковку проверяет. Оп. Проверил, молодец, не пищит. Значит, тут не игрушки. Все, да? Одна... А это? Одна была, что ли, такая? Проверяй, Ричард. Не одна пищит? Была разорвана? Да, это Оля сама распаковала. А, вот. Не пищит? А это тоже, Ричард, не пищит? Потому что это не для маленьких мальчиков, это для взрослых девочек. Все, иди. Печет. В общем, это для женской гигиены.
предназначено. Какие-то уникальные, волшебные, лечебные. В общем, Оля говорила, что это какое-то чудо. Так они все разные, это разного размера. Да, они разные все. И, в общем, и тут, и на каждый день. Или разные свойства. Да, в общем, это какие-то уникальные с лечебным эффектом. У нас таких нет. Вот, Оля сказала, что нам нужно обязательно попробовать, что это такое. И прислала нам с Алинкой на двоих вот такую огромную кучу. Очень нужный подарок. Большущее спасибо. Будем пробовать, что это такое. Так, а это у нас наборчик для вышивания лентами. На моем канале есть видео о вышивке лентами. Я уже пробовала, мне очень-очень понравилось. Ну и поскольку мой садово-огородный канал называется «Солнечный цветок», Оля, когда этот набор увидела, она сказала, сразу подумала, что этот набор для тебя, для меня. То есть, ну, в общем, это моя тематика. Подсолнухи, которые растут у нас в области, у нас целые поля этих подсолнухов. И люблю, нравится мне, как выглядит это поле с подсолнухами. Ну, в общем, такой еще у меня есть замечательный наборчик для вышивки лентами. Витаминки? А, витаминки. Это не витаминки, это пробиотики. Чего это? Это Оля прислала пробиотики. Мне нужно пить. Вот сейчас у меня как раз я лечусь, антибиотики пью. И мне нужно будет восстанавливаться потом. Как раз мне это пригодится. Очищает, которая от токсинов, что ли? Пробиотики, да, они восстанавливают флору и от токсинов. Да. Так, ну-ка, что тут интересное? Так, а это сувенир. Что ли? Угу. Речик ждет. А что ему дадут? В общем, это чай. Там находится чай. Мы сейчас не смогли эту баночку открыть. Майский чай. Папа откроет. Да, сейчас папа откроет, и мы сразу его выпьем. Вот, в общем, девчонки, это понятно, да, что это чай. Я сама не поняла сразу, ну, если бы, конечно, я не прочитала, я бы сразу и не поняла, что это так упакован чай. Это чай, а это кофе для папы. Папа у нас пьет кофе. Ты тоже, Аленка, пьешь уже кофе? В смысле уже? Ты же раньше не пила кофе. Нет, я иногда. Пьешь иногда? Я тоже раньше по утрам пила, пока у меня давление не поднималось. Кстати, Оля говорила, что вот от этого кофе давление не поднимается. Вот, поэтому мне тоже можно будет попробовать, что это за кофе. Так. Собачий. А вот это, Ричи, как раз твоя тема. Это как Кошечный. Раз... То, что тебе мурзилки, бабизаи, всем. Вот он поэтому и лезет. Он уже знает, что подружки все мои присылают Ричарду. Это палочка, которую нужно грызть. Ну-ка. Ну, Ричард, это любимая тема палочки. Ого. Да, это какие-то большие такие палки. У нас Ричард даже на улице простые палки собирает. У нас обожает все грызть. В общем, сейчас будет у Ричарда праздник. Вот эту, Алина. Это написано в долларах, что ли? Наверное, да. Вот эту давай распечатай. Мне вот это интересно. Ты, вот тут тебе интересно? Ах ты, что-то там унюхал. А ему нравится, как это пахнет. Они вот эти нет, собачьи вкусняшки. Я даже в руки не могу взять, он дохоняет. У этих вкусняшек собачьих такой запах резкий. Ой, а он достает, ему нравится. Давай. Ой, это Рич. Калина, а ее точно разворачивать не надо? Зачем ее разворачивать? Сам развернет? Ее грызть надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, молодец. Ой, хвост. Ой, молодец. Ой. Мурзилка укладывается на моем станке. Ей не нравится, что мы там пакет положили. Ну, это нормально, хотя бы кошачьим кормом. Кошачьим кормом пахнет, да. Натуральным кошачьим кормом. А собачий такой запах вообще... Ну-ка. Ну, Ричарда теперь не отберешь у него эту палку. Будешь? Нифига себе. Я никогда такого лица не видела. Глаза в кучу. Скосила. Вот на моем станке. И спать, и кушать. Все. Многофункциональный станок. Смотрели, реально ест. Многофункциональный станок Иволга.
Вот, все на моем станке. И вещи, которые некуда положить, все на станке. И кошки спят на станке. И теперь там и кушают. Оль, спасибо большое. Очень понравились вкусняшки. Ой, смотри, как она лапками прям двумя берет. Так прикольно. Как суслик хотела на задние лапки встать. Так, еще целый пакет всяких моющих средств. Это вижу шампунь. Для людей моющих средств. Для людей. Ну тоже же мыться, да? Это походка под скраб. Так, это я вижу шампунь. Я читать вот так, вот это я умею. Шампунь. Это гель, наверное, гель для душа. Это скраб. Это скраб, да. Это тоже скраб с другим вкусом. Это тоже смотри, скраб. Это киви. Там, ой, наверное, я обожаю. Зернышками. Зернышками, да. Я так люблю фруктовые запахи, обожаю. А это орхидея? А это ты любишь, Алин, цветочные запахи. Смотри, орхидея. Да, по-моему. Орхидея. И вот. Ого, вот это тоже для волос, какой-то да? Огромный пузырь. Наверное. Кондиционер. Кондиционер. Это гель, типа, после шампуня. Да. О, классно, слушай, у меня как раз закончился. И как раз мы сегодня начнем. Как раз все помыть. Да, все сразу. Все, помыться с ног до головы. Какая у нас, Алинка, выдержка, представляешь? Мы ждали, пока не снимем видео, не открывали эти бутылочки. Хотя можно было бы уже начать. Показать вам пустые. В общем, лежала посылка. Я не разрешала ничего оттуда вытаскивать, пока мы не снимем видео. Так, а это сумочка-косметичка. А это тебе, такая, да, Алинка, запалка. Для волос. Всё, косметичка. Тушь. Тушь, Алинки. Тушь. 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 Два карандаша. Серый и коричневый. Угу. Так, так. Это тени. А, тени. Это... Ну, это акцент блестящий на лице, не помню, как называется. Угу. Понятненько. И блестки для ногтей, да? Или блестки. Это тоже... На веки. Или для косметики, или для ногтей, да. И косметичка, чтобы все сложить. Ну вот, девочки, мальчики, какие у нас шикарные подарки. Сколько много всего. Наборчики. В общем, в следующем видео я вам покажу наборчики от фирмы Орхидея. Ричард, хватит, все, он прям с ума сошел, тут вкусняшками пахнет. Вот они, вот эти огромные наборы, укомплектованные от фирмы Орхидея. Они просто с ума посходили, они от нас теперь не уйдут. Слушай, ну если так в каждой посылке им будут вкусняшки, мы без них не сможем снимать. Так, мы уже смотреть, куда это, куда такое. Наелась, довольная. Стой, стой. А бабу Заю-то забыли? Она на запах пришла. Еще раз, Олечке, огромное-огромное спасибо за такие шикарные подарки. Зрителям большое спасибо за просмотр. Всем желаем удачи. С вами была Инесса и Алина. Пока-пока. Пока.